Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересной приманке от компании Микадо. Модель называется Crayfish. Данная приманка у меня в размере 6,5 см. Поставляется в упаковке по 5 штук. Также в линейке представлены размерность 9 см и, соответственно, 10 см. Идут в упаковке по 2 штуки. Данная приманка нам напоминает нечто иное, как пресноводного рачка, соответственно, нашего местного рака. Данная приманка изготовлена довольно-таки качественно. Тело приманки довольно упругое. Это отлично сказывается на износе приманки. Не так сильно разбиваются посадочные места под офсетный либо другой какой-то крючок. Также у приманки очень упитанные такие клешни, довольно-таки тяжелые, увесистые, длинные усики. Соответственно, все это дело отлично играет на проводке. Данная приманка в моих условиях и лично у меня отлично работает по окуню. Монтаж данной приманки я использую основной, это шарнирный, соответственно, офсетный крючок и чебурашка. Проводки данные использую, для данной приманки я использую классическая ступенчатая проводка и проводка по типу волочения приманки по дну. Две данных проводки показали себя с лучшей стороны в моих условиях и проявили как бы большую результативность по окуню. Можно, конечно, использовать на отводных поводках данную приманочку, также на равномерной проводке как-то в толще воды, но я все-таки считаю, что это не совсем целесообразно. Лучшие результаты все-таки показывает проводка в придонном слое воды, соответственно, с касанием приманки о дно. Тем самым она более так проявляет себя в плане реалистичности, именно что напоминает нам некое ракообразное. Данную приманку, в принципе, могу однозначно и смело рекомендовать для тех, кто увлекается окуневой ловлей. Это, соответственно, вот данный размер, который у меня представлен, который у меня имеется. Более крупные размеры, это 9 и 10 сантиметров, уже будут отлично работать по крупному окуню и по щуке. Более все-таки мелкий размер 6,5 сантиметров все же больше предназначен для ловли окуня, с чем он отлично и справляется в моих условиях. Всем советую к приобретению. Всем спасибо за просмотр. До свидания.